Прошедший спортивный турнир АСБ 3 на 3 «Жара» в Казани открыл сезон уличного баскетбола в городе. 25 команд из самых крупных вузов республики соревновались в первенстве за право представлять Татарстан на всероссийских соревнованиях АСБ 3 на 3, которые пройдут в Москве. Данное спортивное мероприятие проходит по всей России под эгидой АСБ. Это соревнование 3 на 3, стритбол. Победитель данных соревнований отправится в Москву и в июне будет представлять Республику Татарстан уже на всероссийском финале. В данный момент чемпионат проходит в 18 городах. Ну, соответственно, 18 команд будет сильнейших со всей России. Самая распространенная версия игры в стритбол 3 на 3. Нередко он становится игрой без правил, что лишь усложняет путь к победе. И вот сразу на 5 площадках начались упорные сражения. Судья позволял играть в жесткой манере, состоялось настоящее мужское состязание. Несмотря на то, что каждый студент представляет именно свой вуз, множество команд стали смешанными. Это, безусловно, лишь укрепило их силы, чтобы набрать заветное количество очков. Так в тройку лидеров вошли стритболисты химико-технологического и энергетического университета. Ну а почетное первое место досталось команде КФУ. Стоит отметить, что в команде Казанского федерального третьим игроком был студент КАИ. Судьи более лояльнее относятся к как раз к контактам, то есть фолы не дают, разрешают именно больше в борьбу входить игрокам и, можно сказать, играть более грязно, чем в баскетболе. Погода шикарная для такого мероприятия. Вот. Настрой есть, все бодры и веселы. Вот так вот. Идем только на победу. Ну, я думаю, мы будем биться на равных. Ну, я знаю всех игроков. Мои друзья тоже знают игроков. Примерно по силам мы одинаковые. Будем стараться, будем биться. Баскетбол и стритбол объединяют баскетбольный мяч, стремление к победе, красота и зрелищность. Он стал стартовой площадкой для многих звезд баскетбола с мировым именем. Именно поэтому казанский АСБ 3 на 3 вновь собрал самых амбициозных игроков города, которые смогли не только заявить о себе, но и теперь примут участие в престижном всероссийском турнире. Адель Мухаммедшина, Роман Самарин, Универньюз.